Москва! Меняй магазин! Сюда! Сюда! Разойтись и найти их! Звездочет развернул крупную радарную станцию, способную передавать большие объемы данных по их спутниковой сети. Вам приказано не ликвидировать станцию, а проникнуть туда и установить аппаратуру для перехвата данных, перемещаемых в их системе. Мы не знаем точно, какую технологию передачи они используют, так что пришлем вам нужную аппаратуру, когда вы идентифицируете их систему. Звездочет везет оружие, чтобы поддержать местный переворот. Мы не знаем про их отношения с новым режимом, но любое вмешательство звездочета в дела правительства – повод действовать. Вам приказано оценить объемы поставок, а потом взорвать их к чертям. Это Зевс. Проникните на базу звездочета по следующим координатам.
Внутри находится контейнер. По идее, он нам и нужен. Сломайте замок и посмотрите, что внутри. Я вижу их! Вот там! Прикрой огнём! Я иду сюда! Чёрт возьми! Что-то нам не договаривают. Проверьте, нет ли рядом того, что наведет нас на оружие. Кажется, мы нашли склад. Похоже, весь груз помечен как подготовленный к транспортировке. Значит, надо искать машину. Водителя.
Отступите и ожидайте атаку беспилотника. У нас гости, стой! Все цели уничтожены. Держать все оружие в одном. Молодцы! Пора вас забирать. Чтобы продыху не давали! Скучно идем. Рассредоточимся. Держитесь, иду к вам. Есть сигнальная ракета. Бейте врага! Вижу ты! Солдат нелегко, но вы сохранили хладнокровие и выполнили задание.
Хорошая работа.